Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Приглашаю всех с нами на прогулку. Ходить, бродить, смотреть, восхищаться. С нами наша Алюська приехала в гости. И мы тут некоторое время будем теперь часто снимать видео с Алей, с Лариком. Вдвоем с природой нашей. Вот. Кислый. Идем на прогулку. Он когда маленький был, помнишь? Помню. Яхвин яблоки любил. Прям кушав с нами яблоки. Вот уже август. Прошла весна. Прошло начало и середина лета. И вот он, август. Что, гремит? Ну вот. Прогулка может оказаться тоже очень короткой и мокрой. Мы сегодня не взяли ничего от дождя. Ну, от дождя точно нет, а от Ларика точно да. Наш любимый сад. Ой, я хочу снять вот эти вот. Мне так нравится, смотри, на соснах. Да, я бачу. И старые, и молоденькие. Все вместе шишечки. Вон, какие большие, уже повырастали. Да много. Большой урожай. Ух ты. Его куча. Вот, смотрите, старые. Молоденькие. Класс. Вот это да, такие грозди, как яблоки висят. Слышу голос Ларика. Дыхание. Пришел. Ой, сижу. Ой. А ну подожди, дай на тебя посмотрю. Ларик, покажись, покажись. А, это хороший Ларик. Все, ему некогда. Проверил нас. Пошел дальше. В этом году есть яблочки. Такие маленькие. Вроде дожди шли. Ну как раз вот не было же. Жарко было. Это сейчас опять пошли дожди. Ну, есть такие места, где нет вообще яблок. Наш любимый старый сад, который меня всегда восхищал, удивлял. Ай, молодец. Это тут еще яблоньки такие. А здесь на таких осколках растут яблоки. Отрастают новые, молодые ветки. И борьба за жизнь продолжается. Давайте уже сюда. Вот я имела в виду такие. Ой, чуть не упала. Яблоньки. Уже вроде ничего не осталось. А жизнь есть. Тут яблочек нету. И вот она, яблоня. Вот с чего тут? Идет жизнь, с чего? А яблоки есть. Может, это трактора стучат там. Может, все-таки это Аля, не гром? Прятки играем. Нашел! Ловит бих. Ларик. Сначала потеряет, потом находит. Не теряй нас, не теряй нас. Здравствуйте еще раз. Сегодня у нас
третья попытка пойти гулять с Лариком. Первый раз мы вышли очень поздно, сразу потемнело, было темно. Вчера мы только вышли сюда, дошли, пошел дождь. И вот сегодня суббота, и мы опять пробуем прогуляться по любимым местам. В надежде встретить что-нибудь интересное, кого-нибудь. Или просто посмотреть на тучи, на деревья. Такой релакс. В последнее время меня так удивляют тучи. Аля, подавись. Ага. Я как красоту. Так что мы в поисках прекрасного в природе. Пойдем, пойдем, вперед. Туда. Туда. Вот оно. Очередное чудо природы. Вот, ну на чем она тут? На жизнь теплится. О, он саму пошли отпала. Вот она, борьба за жизнь. Одна веточка более-менее живая. И на ней яблочки. А тут вот какой сухой. К сожалению, он не любит огурцы. Аля хочет угостить тебя огурчиком. Идем. Идем, Ларчик. Ларюга, пошли. Зато Аля любит хрустеть огурцами. Но люблю я этот сад и все. Ларик, иди сюда. Ларик, на, на. Идет. Да. Сейчас я посокращу, все побачу. Молодец. Сначала пробег мимо. Да, всяких на грушах в кустах. Ага. Они как, в грушевом лесу. А они колятся. Интересно, он так шукает. Да, бежит кругами. Сначала больше круг, потом меньше. Не дивиться, що ми тут сидим. Він круги нарізає. Ну, ще не було случаю, щоб він не знайшов мене. Ну, веди нас. Ларик. Против солнца. Тут мы издалека увидели такое чудо. Боже мой, красотульки. Тут одно вот яблочко висит. А вот. Какая яблонька.
как себя украсила, да? Ага. Украшений на себя навесила. Это же чинное чудо. Сюда треба за... спрятаться от Ларика, давай. Мы в домике. Ты заходи в домик. Как в сказке. Гуси-лебеди. Яблонька. Все время вспоминаю яблонька, как просила девочку, помоги. А это яблоньки на той. Столько же много. Для нее все сложилось, для этой яблоньки. И завязалось вот столько яблочек. И пока они висят, не сброшены. Ну, всего доброго тебе, яблонька. Прятались от Лари. А он с другой стороны, где мы не спрятаны. Все, пойдем дальше. Лес, потом поле, потом речку будем искать. Ну, наверняка там уже воды совсем-совсем мало. Но мы будем гулять. Вот тут вот в этих соснах я люблю снимать. Вечером аисты ночуют. Вдвоем тоже большие такие летели, да? Каркуши какие-то, каркуши. А вот наша собака догоняет. Ты далеко ты нас, Ларик, оставляешь. Блин. Давай, догоняй, быстрей, быстрей, быстрей. Давай, 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 давай. Давай, давай, Ларик. Ну что ты так медленно? Ну что ты так медленно? Быстрее надо. Вот, по лесной дорожке, в тенечке пройдем. А сейчас пойдем переходить через поле. Солнце еще все равно, хоть уже и к вечеру, но все равно будет, я думаю, тепловато нам. Сосны качаются. О, зашумело. Салют тебе, Алекс!
Ларик, Алик, Ларик, я уже вас путаю вообще который раз. Алик, Ларик. Ах, и лужа. Так и тянет, так и тянет. Поле мы обойдем. Тут немножко. Наш. Ди ми! Ми думали, ти заблудився. Ну бігаєш, все тріщало. Слава Богу. Собака знайшовся. Птичек напротив солнца, не знаю, видно, не видно. Сапожище, имеешь в виду? Резиновые сапоги? Ой. Опять летает белая птичка. Далеко, далеко. В болоте. Какая красивая птица сидит на верхушке и смотрит. Один остался. Может, ты летать не умеешь? Белые цапли. Дождик налил воды. По всей вероятности, стало больше.
тряска, какой цвет. Передумай. Передумай лучше. Получилось, конечно, все добре. Это Аля, которая на березах катается. Все. Смертельные трюки закончились. Дальше просто гуляем. Только когда сам здоровается. Ты выполняешь команды мои. Садись. Ларик, а ну давай сидеть. Сын, пока не пойду. Сидеть. Давай. Жопа. Ты их назвать хочешь? Давай. Вот и топтаться, Ларик. Садись уже. Садись. Зеленая ванна у нас. Иди, Ларик, купайся. Маленькие такие кругленькие зеленые листики. И они вон зацвели беленькими цветочками. Классно, красиво. Тут тоже аисты ночуют. На всех столбах сидят. Уже подготовились к ночи. А мы домой направляемся. Какая-то птичка. Уточки уже улетели. Подросли и улетели. Купайся, Ларик, купайся. Уже дальше домой. Ну зачем ты его отвлекла? А, его жрать его. Он же купается. Да, Ларик. Ну все. Любимая игра. За поводок. Борьба за поводок. Поводок-то все, Ларик. Давай, пошли гулять. Пошли гулять. Пошли гулять. Пошли, пошли. Больше не надо ему поводок твой. Вот так. Главное отобрать. Красиво так вечером. Тепло, не жарко. Ой, как добро.
Пока. На. 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 Зачем его там в воде, если он может отобрать тут поближе? Все, мы домой. Хорошая была прогулка. Пошли, пошли, бегом. Всем всего доброго. Спасибо, что досмотрели до конца нашу прогулочку. Мы домой. Что ты вот это? Ты наглый? Ты наглый? Забирай. Ларри, ты наглый, да? Ты наглый? Пойдем. Какие-то прямо из-под ног вылетают. А Ларик за ними гоняется. Они как будто с ним играются. Вон он уже, видишь где?